23 ноября в столице Татарстана открылись 7-я выставка и конгресс «Чистая вода Казань». В работе выставки приняли участие 30 российских организаций и компаний. Открыл мероприятие президент Татарстана Рустам Миниханов. В своей приветственной речи глава республики подчеркнул, что Татарстан по количеству водных объектов занимает лидирующее место в Приволжском федеральном округе. Я уверен, что вот системная работа, которая будет проводиться нами совместно с федеральными нашими коллегами, она с привлечением общественности, она позволит серьезно изменить ситуацию, которая в нашей республике есть. 2017 год объявлен в Татарстане годом экологии и общественных пространств. Исследователи Казанского федерального активно поддержали данную инициативу, представив на мероприятии новейшую разработку в области экологической реабилитации водных объектов. Среди наших разработок есть экспонат, посвященный технологиям реабилитации водных объектов, трансформированных в результате засыпки при строительстве. Ну, в частности, на примере озера Чешмеле, которое было в 2009 году засыпано под строительство АЗС, а потом по настоянию общественности после судебных разбирательств было принято решение о восстановлении. Безусловно, восстановить озеро – дело непростое. Исследователи Казанского университета уже разработали уникальный эскиз для проекта и предложили ряд идей, каким образом может быть восстановлено озеро. Ну, в основе все наши идеи. И вот эту технологию мы презентовали на конкурсе «Лучший продукт выставки». И уже знаем, что завтра нас будут награждать за первое место, полученное, значит, по результатам этого конкурса. То есть для нас это очень важно, это лучший продукт выставки. В рамках выставки и конгресса представители КФУ смогли продемонстрировать имеющийся потенциал. Ведь если действительно все получится, то уже совсем скоро Казанский федеральный подаст отличный пример будущему поколению со всего мира. Аделя Шамилова, Руслан Уразаев, Универньюз.